привет, с вами Евгеха. Добро пожаловать в Майнкрафт, режим Speedbuilder. Сегодня мы играем вместе с Демастером. Всем привет, дорогие друзья. Сегодня будем строить на скорость, конечно же. Да, так что, Жень, готовься, я тебя обгоню. Можно лайфхаком пользоваться, фотографировать с телефона, но я этого делать не буду, буду по памяти все-таки. Но хотя думаю, что многие так делают. Да не, времени мало, знаешь, ты на это тратишь лишние 5-10 секунд, и потом некоторые так, постройки... Так, это что, это флаг Германии? Халло, так, что там посреди экрана? Это флаг, да? Да, это флаг. Желтый, красный, черный. Здесь все очень просто. Это простая постройка. Желтый, красный, черный. Здесь вообще ничего. Это флаг Германии или нет? Я просто не знаю, на самом деле. Я тоже не знаю. Кстати, здесь вроде говорят, добавили дабл джамп, ты слышал? Мы сейчас протестить, я сейчас дострою постройку. Я второй раз играю в этот режим. Я просто еще в нем ставим, много... конечно же, большой палец вверх за замечательный мини-режим Speed Builders. Все, 100%. Да, смотри, дабл джамп ввели, это реально круто, раньше не было. Попробую сейчас дабл джамп сделать. Ну, кстати, да, удобнее забираться наверх. Если я просто не знаю, почему они просто не дадут креатив, как бы. Хотя, ну, типа, да, блоки будут брать из этого, из креатива. Да, конечно, тут же их ограниченное количество. Да, да, точно, я вообще-то об этом не подумал. Ну, ладно. В принципе, это хорошо, потому что недавно не было. Я очень много в него играл, и знаешь, вот этого вот реально не хватало. Порой как они долго строят чертов флаг, я не понимаю. Я не знаю, чувак, это просто. Ну, сейчас смотри, он умрет. Ну, конечно, он сольется, потому что он долго строил флаг. Ну, а знаешь, остальные все, смотри, построили. То есть они, в принципе, даже достаточно быстро построили. Некоторые. Ну, я бы не сказал, тут парень очень долго потел. Прям очень-очень долго. Ну, вот видишь, один не допотел. Пингвинчик, отлично. Пингвинчик, желтый, белый, черный, желтый. Окей. Так, господи, боже мой. Так, вот так вот, оп-оп-оп. Оп-оп-оп. Пингвинчик, блин, жесткий. У него ноги, ну да. То есть, желтый. Потом, получается... Так, я не помню, как у него была это. Как у него руки, что ли, шли, что-то типа того. Что-то, знаешь, я как бы забыл уже немного. Я вот точнее, тоже ну, я подзабыл, как он делается-то. Тут достроил. А вот, у него руки в разные стороны, видимо. Оп-оп. Оп-оп. И глаза поставить. Глаза быстрее, да, мастер, быстрее. Не успел один глаз поставить. Я не успел, братан. Ну... Я один глаз не успел поставить. Я не успел чуть-чуть. О, я сильно зафейлился. Я думаю, проиграю, Жень. Слушай, тут у парня только ноги вообще. Какую-то цаплю строил, посмотри. У меня 93%, в принципе, не так все плохо. О, господи, тут у парня вообще нога одна, поэтому... Да, так что... Ну, на самом деле, я что-то запутался с этим пингвином, ребятки. Да, ну, я что-то иглу это будет попроще намного, да? Это просто иглу. А тут еще внутри, смотри, какое-то дерево, да? То есть, как бы, ну, такое себе сложноватая постройка. Я бы не сказал, что она прям сложненькая такая. Ну, она такая, типа, знаешь. По сложности нормальная. Да, нормалек. Сейчас мы соорудим быстренько иглу. Ну, главное, знаю. Блоки по центру там все расставить как надо. Да, я уже вроде фундамент сделал, как бы, это иглу. Надеюсь, мне все остальное тоже нормально я пойдет. Я вот, кстати, не помню, как тут это делается. Что именно? Или вспомнил. А где у меня лишних... А, понял, все. Я почти достроил. Наверное, надо закрыть. А, все, у меня готово. Мы с тобой почти в одну секунду. Ну, ты меня на одну секунду обогнал все-таки. У меня была такая битва с парнем. Мы буквально вот один на один остались и... Секунда в секунду заканчивали мы с типом. Так, а кто здесь плохо пароль сделал? Парень меня выиграл. О, ты смотри, если парень гараж построил просто, вот который... Где гараж? Джетом 999, вот здесь. Ну да, что-то паренек вообще. Тут Анна 70... А, Анна 76 вообще еще хуже, ты смотри, вот там просто на гараж справа стоял. Сразу же. О, ну это изи. Господи, что это? Это Red Crossway. Прекрасно. Прекрасно. Не, ну это вроде, это я уже много раз строил, тут вообще фейлов не должно быть, мне кажется. Изи вроде построечка такая. Ну, она очень часто попадается. Кстати, не знаю, какой здесь критерий того, как постройки попадаются людям, но вот эта постройка, она реально очень прям часто попадается. Я не знаю, с чем это связано, но не знаю, Женя. Вот эти постройки, которые вот из таких вот блоков рандомные всякие разные, они очень я часто. Я первый. Да, ну тут видишь, как бы изи постройка. Мне кажется, здесь все справятся, кто остались из наших. Можно потом запоминать все эти построечки и все. А тут вот это обновление, которое с даблджампом вышло, да, мне сказали друзья то, что добавили, ну то есть, которые читали у них на форуме информацию, добавили еще 5000 новых построек. О, господи, 5000 новых построек, ты серьезно? Ну вроде да, но если мне, конечно, не было или 500, или 5000, ну, я не помню, там какая-то цифра. Ну даже 500 это много, понимаешь, а 5000 ну, это прям до хрена. Да, все тяжело очень запомнить, но это я... Хотя вот раньше, пока обновления не было, я почти все постройки уже запомнил. То есть не запомнил, я их уже почти все строил. Все взрывается, Кость. О, рыбка. О, Немо, вот этого не было, это новая постройка. Немо, оранжевый, желтый... Ой, оранжевый, белый, все просто.
Так, оранжевый. Так. Оранжевый, белый. Подожди, оранжевый. Ой, я это лишнее построил. Братан, я, короче, забыл, как ее... А, вот, все. Блин, где-то я зафейлился, видимо. А нет, вот здесь надо сделать. Здесь белый. А где еще? А, гребешок сверху. Давай гребешок. О, да, перфект. Черт, я неправильно что-то сделал. Женя, у тебя оранжевый и белый в конце поменяй. А где ты еще зафейлился, лол? Я так ты точно меня обманул, нет, подожди. Не, все правильно, ты сейчас правильно сделал. Дай посмотрю, где у тебя фейл? Ты внутри, может, блок не поставил? Поставил, подожди. Может, я гребешок не там поставил! А, гребешок не там, Жень, ну это фейл. Пацаны, как так? Это вообще да. Не, ну тут пацаны потные остались, мне кажется, это будет долгая игра, потому что... Посмотрим игру, не повезло, ребятки, давайте посмотрим. Кач... Ой-ой-ой, покемон, блин, как черный, белый, черный, красный. Понятно. Попробуем, попробуем. Давай, Костян, я тебе подскажу, если что. Давай, давай зеленую ставь. Тут нет зеленой, Жень. Я, ты сделай. Не так все просто. Костян, у тебя все шансы, на самом деле, победить. Да, я знаю. Я вообще уже забыл, как делается она. Как-то вот так вот примерно она делалась, Жень. Да-да-да, все правильно, все правильно. Ты чемпион, молодец. Ну а что остальное-то? Да я не помню уже. Так, тут белая была по центру последняя. Белая-белая, да. Здесь красные шли. Тут еще одна черная. Давай-давай-давай. Здесь давай, красные. Здесь еще красные вот так вот были. И здесь черные вот. Обводочку вот черненькую. Давай-давай-давай. Время не хватило, но ты, слышишь... Ты, кстати, нормально, ты нормально. Тут у паренька поменьше построено, чем у тебя. Ну я пытался же, я просто запутался. 86% у меня. Не, сегодня. Я согласен, постройка сложненькая, ребятки. Постройка сложненькая. Xbot X. Ну постройка, да. Она даже не то, что сложная в том плане, что блоки так разбросаны. Хотя вроде покеболы его должны все знать. Костян, когда... ты должен победить, братан. Компас for gains. О, нифига себе, большой компас. Это круто. Так, там две эти красненькие. Ну, короче, все изи. Да, сейчас попробую. Оп, здесь потом вот так вот красненькие идут. Да, потом две красненькие. Водка белая. Вот, здесь потом вот так вот идет. Дальше он просто обводится этими серенькими потом штучками. Потом полублоки на вот эту темно-серую шерсть. Да, и стеклом закрываем. Да, давай, 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 время, 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 Костян. Да я успеваю, не беспокойся. Быстрее, 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 быстрее. Красавчик. А, он тоже, красавчик. Он сразу же после меня перфект сделал. Пол секунды, братан. О, майн клок, смотри, вау, реально какие-то новые крутые постройки пошли. Ну, раньше короче, такого обсидиан, не было. Короче, обсидиан, думаю, ты сам все видишь, да? Да, синяя, ну, желтая. Самое главное, по центру желтенькую поставь, там обсидиан. Так, давай. Синяя, желтая. Давай, давай, обсидиан. Давай, давай, чемпион. Чемпион просто. Костян, давай, ты можешь, братан. Ты специально хочешь, чтобы я зафейлился, что ли? Костян, давай, давай, давай. Теперь да зеленую его шерсть. Зеленый ед, Жень, зеленый ед здесь. Зеленый не завезли. Блин, тот парень, смотри, прямо ровно за мной все успевает делать. Он какой-то жесткий. Давай, короче, еще пару построек, если он будет так же делать. Бутылка. А, это аквариум. Это аквариум, 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 да, я помню его. Аквариум? Да. Похоже не на аквариум, а... Три. Так, раз, два, три. По углам еще эти, не забывай. Да, я знаю, я сначала строю комп, короче, каркас его. Давай, давай, Костян, давай. Так, вот. Смотри, братан, отлично. Ты сможешь. Костя, времечко-то, братуха. Давай, молодец. Ой, чемпион, чемпион, что творит? Так, молодец, вот, молодец. Заделывай тут все. Ручки теперь. Давай, вверх их поднимай с обеих сторон, быстрее. Ах, не успел, молодец, мне кажется. Молодец, молодец, молодец. Не-не, у него лучше, у него больше сделано, у него больше сделано, у Жень. Да, у него правильно, у тебя последний блок не там. Короче. У меня 90, у него 90, да, я его не лево поставил, чуть выше. Да, а, да. Лол, лол, нет, даже... у него где-то фейл. А где у него фейл? Я не знаю. Они потому что еще выше шли, понимаешь? Они, он раньше и начал заканчивать. Да, все правильно, Костян, да, ты не ошибся. У него, я... он начал раньше заканчивать, а я наоборот их выше поднимаю. Молодец, Кость, серьезно. Давай, давай еще одну игру, давай еще. Да. Мы можем прямо здесь остаться, пока на паузу поставим, пока да, игра не начнется. Давай, останемся. А, ну что ж, дорогие друзья, мы продолжаем играть в спидбилдеров. Жень, давай, сейчас ты должен выиграть, как бы. Ты должен отыграться. Ребят, сейчас я покажу вам, что такое настоящий русский строитель Евгеха. Дорог. Дорог, ты хочешь дорогу? Сейчас прикинь, дорога как раз. Что за кладбище? Ну почти. Shrine of Death. Ну, здесь, в принципе. Так, погодите, погодите, погодите. Ты смотри, как все сделано. Здесь еще такие головы, да, то есть, как бы такое себе на самом деле, такое. Головы все это делать. Ты еще голову, если ты неправильно поставишь, то она не засчитается, ты понимаешь это, Жень? Ну, все правильно. В какую сторону поставить, я забыл.
А вот я тоже не помню уже, если честно. Я помню, что вот здесь вот факел точно был. Где был факел? Ну, тут там вот где я поставил. На угловом, да? Да, вроде. Я как ты в перфект уже сделал? Где вообще я... в шоке, я думал, я неправильно сделал. Видимо, ну, фартануло, ребятки, фартануло. Лола, где? Я что-то фейл уже, я не знаю, как здесь сделать. Там одну голову. Во, я вспомнил, куда поставить. Все, отлично. Но я успел перфект тоже сделать. Кстати, с нами опять же чуваки играют, ну, потому что на том же сервере остались. Ну да, в принципе. Не, ну, там многие ребята другие потненькие, зашли. Ребята очень потные, и будет тяжело. Но мы постараемся победить, конечно же. А кто, интересно, проиграл? Ну, тут ну, понятно, тут пара человек вообще ничего не сделали. 100% круто. Да, у нас с тобой 100%. Ты, конечно, очень молодец. Ты рядом со мной, только не на меня. Да, кстати, у меня один раз, знаешь, как случилось? Один раз этот блок упал и сломал что-то. Око Саурона, боже мой. Око Саурона, тут сложновато будет, Женя. Раз, два, ну, три, четыре. Очень. Ну, хз, кому легко, а вот... Хоть я забыл, как делать. Не успеть. Так, в принципе, все, я здесь построил сам каркас этого Око Саурона. Здесь даблджампы теперь есть, поэтому можно сильно не париться, можно строить снизу. Ох, какое хорошее время даблджампов. Раньше такого не было. Теперь вообще классненько так. Оп. Так, теперь нужно вот такие вот штучки сделать. Хорошо, что можно смотреть за другими. Да, нормально. Ой, второе блин, место, я не тот блок поставил. Ну, пока не второе место, Жень, ты просто быстрее построила. Не, ну, в смысле, второй как бы по счету, ну, типа, закончил. Я просто перед тобой прямо, знаешь, поставил блок, а он поставился на край стекла. Ну нормально, в принципе, тоже несложная постройка, не покеболка. Все рядом со мной погибают. Ну там у парня вообще, короче, только основание, да, он. Ну, это вообще-то рядом со мной. Это я рядом с ним тусуюсь. Смотри, Костя, рядом с нами все погибают, как ты видишь. О, подарок, день рождения, спасибо. Подарок, да, смотри, красный, желтый, да. А в центре, вот интересно, какого? Вот здесь нельзя смотреть, какого в центре. Тут желтый, то есть красный, желтый. В принципе, тут понятно. Так, желтый, он сколько блоков, кстати, вверх он был? Два или три, я вот что не помню. Пока по два сделаем. Четыре, Костян, четыре. Четыре блока, я отвечаю, но четыре блока, Костян. Я понимаю, Жень, понимаю. Да. Ты мне веришь? Конечно верю, Жень, конечно. Как я могу тебе вообще не верить, Жень, ты вообще это представляешь? Ой, ё-моё. Сики. Так, а внутри он что ли красный был? Да, внутри он красный, видимо. Оп. И здесь это завязочка, оп. Оп. Оп, отлично, перфект. Ну, нормально, да, в принципе. А ты сделал перфект? Да, братан. Жестко, Жень. Ну, тут секунды буквально, конечно. А кто у нас? А у нас все сделали, что ли? Ну, кто-то-то не доделал, видишь? Не, вот... А, вот, да, кто-то не доделал. Опять рядом со мной. Проблема у паренька. Сначала слева от меня убили, теперь справа от меня убивают. Что за фигня? Я говорю, все вокруг нас погибают, Костян. Ты следующий, походу. О, simple куб. Ну, это простой куб. Ну, понятно, да, то есть кубик. Раз, два, три, четыре, пять. Ничего особенного. 5 блоков у него во все стороны, так что ничего сложного не будет. 1, 2, 3, 4, 5. Единственное сложное то, что успеть построить это за время, потому что блоков дается много достаточно. Ой, извиняюсь. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Раз, 2, 3, 4. 3. Раз, 2, 3, 4. Раз, 2, 3. Раз, 2, 3. Готово. Отличная работа, ребят. Да, у нас работа, с вами же есть. Ну, я чувствую, что вот эта девушка проиграет сейчас, потому что она, видимо, не знает, как строить кубики. Господи, что она делает вообще? Что она делает? А, ну да, эта девушка вообще что-то далеко. Я думал, я проиграю. Она что-то очень плохо у нее все. Она, конечно, ну нет, это... Странно, долго. Что она хорошую построила быстро и правильно. А ну да, а с каким-то кубиком, ну, не повезло. Ну, видишь, да еще проверка, это даже speed builders, понимаешь, это проверка на скорость, как бы на скорость, понимаешь, Жень? Ну, конечно. Сложную маленькую постройку. О, это, кстати, о, вот... боже мой, я не знаю, как это устроить вообще. Жесткая постройка, да, Жень? Жесткая. Ну, это мы изи сейчас сделаем. Это я не знаю, мне эта штука попадалась уже, наверное, раз 500 просто. Вот этот вот скейтборд, я не знаю, почему он так часто попадается. Это, опять же, какой-то странный здесь рандом. Некоторые вещи попадаются просто чуть ли не каждый раз. Видишь, как красиво спектаторы выглядят, они в виде рыбок летают, ты заметил? Женя? Да, братан, вообще заметил. Вообще прям Борит. Скейтборд он. Слушай, а что у меня недоделанное? Куда я еще не поставил? Не знаю же, не я вот сейчас. А, поставлюсь. Все, я понял. Я. Готово, да, готово. Ну, сразу же после меня же нормально. Немножечко, да, не успел. Слушай, рядом со мной сейчас погибнет парень, я прям. Да, уверен. Он единственный не построил, все построили. Вот сейчас опять у него реактивный скейтборд, мы видим у него.
Да, жесткая какая-то фигня. Очертание ракет сзади. Реактивность. Полетит. Парень просто сейчас полетит к успеху, понимаешь? Пух, тупой. Это что у нас? Это у нас баскетбол, пацаны. Оранжевая. Угу, понятно. Белая, красная. Раз, три, четыре. Так, здесь у нас зомби стоит вот таким образом. Потом у нас здесь вот оранжевая. А здесь придет эта фигня, да? Два, три, четыре. Три, четыре. Потом здесь красная. Кстати, прикольный дизайн, между прочим, баскетбольного кольца, я тебе вот что скажу. Жень, что думаешь? Ну да, неплохо, интересно очень получилось. Блин, я не могу запрыгнуть. Я правда не знаю, как попадет, ну хотя этот блок воронку может, в принципе, упасть, да? Блин, я не могу. Да я... Ну, братан, давай! А где, где, как, что неправильно делаю? Под кольцом, чуть-чуть ниже, на заборчик, на заборчик, на заборчик верхний. А, ох, все, да, понял. Успел? Да, успел, успел, успел. Так, что это у нас? О, это, короче, чё? Барашек какой-то. Баран! Раз, два, баран, три, четыре. Баран, ёпта, баран. Блин, я боюсь, что слишком большая постройка. Ну, он же огромный реально этот баран. Так, а сколько он в длину? Я вот тоже не помню уже. Строй примерно вот так вот. Наверное, блока 3-4, фиг его знает. Не-не, вроде... Два блока как минимум на длину. Блин, чувак, я, кажется, зафейлился просто. Ты сейчас будешь играть один с этим пацаном. Да, все, я хуже всех построил. Я тоже зафейлился. Ой, да, у вас он два блока, у меня у один нас, блок у нас в длину. Вообще как... Не, ну у меня в принципе-то похоже. Да, у вас похоже. У меня 66%, у тебя сколько? 66 у меня. А у меня сколько? А у тебя меньше, лол, как? Как? Прекрати, кого ты взрываешь-то? Сколько у тебя процентов положений? Знаю. Видимо, меньше, чем 66. Лол, как, Женя, как? Я думал, у меня вообще фигня была. Повезло, да, то есть с животными у меня очень тяжело. Не, чувак, понимаешь, по идее должен был взорваться я, потому что у меня было все намного хуже, чем у тебя. Победить я пожертвовал своей жизнью. Тут еще железная дорога, блин, прикинь, я что-то забыл, что железная дорога есть. Так, что дальше-то? Как, что дальше строить, Жень? У тебя вагонетка, она слишком расстояние маленькое, нужно чуть-чуть в длину. А, в длину? Ну, давай, да. Быстрее, Костян. Думаешь, я справлюсь? Давай, ну. Как она дальше делается? По центру золото еще. А, не успел, жесть. А эти, которые ты ставил, их надо было снизу, типа. Да я вообще не запомнил эту вагонетку, честно. Ну да, она тоже такая интересная конструкция. 64%. Опять, режим очень крутой. Ребят, добавились новые постройки, и это реально добавляет немного вот сложности в этот мини-режим, потому ну что... Да, на самом деле. Не, ну слушай, нормально сыграли, Жень, нормально. Ну да, но все-таки с животными у меня всегда были какие-то... А ну животные, они постоянно делают таких жестких животных, они как-то делают жестких. Вот. Дорогие друзья, на этом мы с вами прощаемся. Мы играли на сервере Mineplex в режим Speed Builder. Ставьте палец вверх, оставляйте комментарии, конечно же, подписывайтесь. С вами был Гехадемастер, всем спасибо, всем пока. Всем удачи, ребятки, и всем пока-пока.